Всем доброго утра. У нас, девочки, утро. Я уже сходила, управилась. Готовлю завтрак. На завтрак вкуснейшие оладушки. Каша рисовая. Кашу надо масло положить. Кашу масло положить. Чтобы кашка была с маслица. Ну, а кому надо, еще добавят себе чашечку. Так. Оладушки на козьей простоквашке. Сейчас Толя придет на завтрак. Даня. Даня с Толей придут. Оладушки. Надо попробовать обязательно. Нарезала немножко сыру, колбаски, девочки. Полноценный завтрак. А то про завтраки. Ну, кто-то не завтракает, кто-то завтракает и любит одну и ту же кашу, девочки, на завтрак. Я когда ходила, работала социальным работником, к одной бабушке ходила. Ну, года два, наверное, я у нее работала. За 2 года можно по пальцам было посчитать. Кашу какую-то другую, кроме геркулесовой, мы варили. Каждый день была овсянка. Каждый божий день. Вот. Если день сварили какую-то, допустим, пшенную кашу или рисовую, то это уже достижение. Так что у нас сегодня оладьи румяные. Сейчас кашку, девочки, покажу. Кашка такая прям вообще обалденная. Ах, обалденная каша. С маслицем. Вот это, девочки, полноценный завтрак называется. Ну, я думаю, многие знают. Хотя, кто знает, может и не знают. А на вкус и цвет товарища нет. Это для тех, кто пишет, что утром одна каша, что у вас вообще одна каша. На обед, девочки, у нас всегда что-то другое. Это я к тому, что моя семья любит, то мы и кушаем. А что кормить на завтрак мужчин мясом или еще чем-то, ну, это дело каждого, конечно. Так что у нас на завтрак сейчас, пока Толя в гостях, каждый день рисовая каша. С маслицем обалденная. Ну что, каши разные, вкусные, то что любит. Так что, девочки, приятного аппетита. У нас завтрак сейчас, я накормлю свою семью завтраком, и будет у нас день насыщенный сегодня. У меня не очень насыщенный, у меня дети малые, так что вот так, девочки. Вкуснота. Пишите, девчонки, кто завтракает, кто не завтракает. Кто-то не успевает, может, завтракать. Кто-то не любит завтракать. Кто не завтракает, обязательно наедается вечером. Потому что если ты не завтракаешь, вечером хочется очень-очень не кушать, а жрать. Так что... О, темненько что-то. Вот так, в общем. Муж, девочки, съездили в магазин.
У нас сегодня у Евочки 7 месяцев. Купили тортик. Тут, в общем, для работы купил. Эти, как они называются, Саша, я забыла. А, сверло. 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 Так, циферку взяли. Так, яйцо закончилось. Яйца взяли. Так, соки, пюрешки. Все тут соки и пюрешки. Такие вот берем. Так что сейчас займутся работой, да? Работой будете заниматься. Ну, а, вот она как это делается. Эта штука-то. Нет, она не спит. А я вчера понять не могла. Думаю, как это? Как это, да как это? Вот оно как. Все понятно. Так что вчера начинали вешать регистры. Сегодня будут делать по полной, в общем. Ну ты куда-то бьешь где-то. Подожди, рядом где-то. Она выше где-то. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть вниз наклоняй. В мою сторону. Во-во-во, почти. Где-то рядом тут ползает, короче. Да-да-да. Ты выше, у тебя выше получается, немножко и в бок получаться. Надо тебе выше и в бок? Нет. У тебя... Блин, она как-то гуляет. Стой! Ты поставь ее и не дергай ее. Котел будут вешать. Блин. Соседи у нас картошку копают. Нам тоже, наверное, уже еще пододвинь. Надо будет скоро копать. Копают люди потихоньку, выкапывают. Как же картошечка, картошечка. Погода у нас такая хорошая, жаркая. Ветерок чуть-чуть обдувает, конечно, но совсем немного. Сушилку выставила все здесь. Заходит, заходит потихоньку. Закручивай, чтоб закручивай. Белье сохло быстрее. Ну что, попали? Попали. Ура, ура, ага. О. Еще, еще закручивай. Давай. Так. Хорош, наверное. Или не хорош? Ну-ка я сейчас посмотрю. Насколько вы это сделали? Там что ли она на сантиметр, на полтора торчит. Давай но... еще немножко, так, чуть-чуть. Стена, потому что фиговская. А чтобы повешать. Котел вот такой вот огромный, так, тяжелый. Хорош, хорош. Надо это. Ну и все. Было сделать. Сейчас обрезать тогда, чтобы не вынимать ее. Как это у нас? Штанга называется или как она, Саша? Железная, ага. Шпилька. 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 Ну вот, повесили железную шпильку. И на эту шпильку повесится котел. Если бы делали, там где-то счетчик стоит, и вот так же трубы идут. Причем, ну, газ будет работать, все равно будет это нагреваться. Зачем? Вот. Нет, можно плиту... Блин. Кто знал, можно было плиту сюда поближе снести. А то же у вас санузел. Или убрать это. Плиту, я тебе объясняю. Маленько. Там в углу счетчик стоит. Но. И к нему вот так трубы идут. Мы можем потом трубой попасть прямо в эти... Что-нибудь. Ты про что говоришь? Я про плиту говорю. Плита, смотри, как рядышком с этим. Ура, ура, ну, девочки. Это, куда можно машинку котел поставить стиральную? А, плиту, она уедет, да? Машинка стиральная, в ванную комнату. Но когда все сделается, да, все медленно делается просто, да? Да. Медленно. Не, ну сегодня делается уже как-то побыстрее вроде бы. Считай, батареи уже почти повесились. Почти висят. Блин, не видно. Не видно, не видно, девочки, как сказать-то, вот почти висят, да. Ну, повесить только осталось. Но котел уже висит, считай, красота. Так что это... Так что постепенно, постепенно и сделается все. Сейчас, сейчас еще это... Отверстие надо будет это... под трубу сверлить. Повесили, девочки, котел, батареи повесили. Надо еще батареи будет покупать. Кормлю мужчин мясом. Мясо.
Вчера салат девчонки делала. Салатик, салатик. Помидорчики, помидорчики, огурчики и перчик. Вот, в общем, сегодня пробуем. Мне понравился. Очень даже вкусненько. Так что буду вот так вот оладушкой макать. Или мяском. Так что макайте, давайте. Макайте, ешьте. Приятного аппетита вам. Спасибо. Тортик спасибо. Очень вкусный. Так что сейчас пообедают мужчины. И что у вас, какие планы? Ну, купаться пойдем. О, купаться это хорошо. А то у нас духота дома, девочки. Кадр ловлю. Кадр ловлю. Потому что свет плохой, я не могу ни так, ни сяк включить камеру. Получается темно засвечивает. Так что приятного аппетита всем. Спасибо. Кипит. Ну как? Как работа? Кипит. Кипит, очень кипит. Кипит. Отверстие в стене делается целый день. Ну почти. Да почти полдня. Полдня, время вечер. Ну вот так вот, в общем, получилось сделать отверстие за счет ломика. Но ломик не вытаскивается. Так, и отец-то куда пошел? Не знаю. Это капец какой-то. Такая серьезная стена. Ой, так слушай, он хорошо засел-то, этот ломик-то. Ты думала, мы тут просто сидим, чай пьем. Так я, это, вообще никак. И как вот его вытаскивать? Вытащите. Как вы его вытащите? Ну, туда его забьем и обратно. Ну это очень серьезно. Я думала, подергаю. Я обычно женщина сильная. Даже Матвейка пришел на помощь. Что, не получилось, сынок? Нет. Нет, ну вот видишь, у папы тоже не получается. Жаль, да жаль. Вытащат, справятся, да. И продолжится работа. Будет все замечательно. Я ж тяжелая. Не, ну серьезно, руками вытягивай его. Да что такое? Ну что, идет маленько хотя бы? Дрова колем. Где нам еще колоть дрова? Да вообще капец. Надо трубу какую-нибудь. Давай эту держи, я побью или наоборот. Кого? Засадили ломик. Дом из бруса. Старый брус. Закостеневший, можно сказать. Вообще никак. Вся работа встала. Повесили, девочки. Регистр получается тут, потому что там очень низко окна. Ну, как получается, походу так и делаем. А смысл-то нет. Побьешь. Ну, он вышел туда хотя бы ломик-то маленько. Конечно, подвышел. Подвышел, ага. Куда? Обратно-то вышел? Ну вот целый день на отопление получается. Ушло и даже половины не сделано от работы. Руки хоть берегите, осторожно. А что, обои хотите оторвать? Ну-ка, что делать-то? Хоть что делаете? Ну вытащить его надо. Как? Вообще никто. Саша, ты что там делаешь? А что ты, зачем эту дыру делаешь? Зачем ты тут берешь? Чтоб ломик туда достал. Ой, ну балка туда скомпить. А чтоб сильнее бить. Да. Потом новую гипсокартонку здесь сделаем. Запеним только обои надо. Да обои-то че? Короче, капец какой-то. Это просто кошмар. Значит, мы первым сделаем. Ломик. Вытащили с горем пополам.
трубы пластиковые вставили. Ну, пол стены раскурочили. Ну а что делать? Вариантов не было, скажи, да? Не было вариантов, ну слава богу. В общем, как получилось, так получилось. Держи. Мне что делать-то? Смотри, сейчас я засуну эту сюда. Я как сюда засуну, ты вот эту засунула сюда. Понял? Сразу же. Да. Нет, не сразу, как я засуну. Давай. Дави. Все, дави. Давай, брат. Давай, давай, ко мне, давай. Мне просто эти штыри мешают. Я верю тебе. Все, ставь сюда. Штыри на штыри, да. Ты на штыри-то не посадился. Котел повесили. Отопление делается. В общем, работа идет. Вот. Пол стены раскурочили. Вот. О, но все равно, ура, ура. Вот. С мертвой точки сдвинулось дело. Работы как бы сделали. Не сильно много, но как бы много даже, можно сказать. День улетел. Если бы не ломик, получается, быстрее бы сделали. С ломиком. Застряли. Здесь тоже решили закончить. Вот к этой батарее. Не крути ее. Время уже много. Хочется покушать, хочется помыться. Баня натоплена. Так что, ну что, как вам сегодня день? Первый раз ведь вы это такой работой занимаетесь? Нет, я же говорил, уже нет. Не, ну вот по-серьезному вот так, чтобы делать самому. Самостоятельно, да. А так обычно помогал держать просто такую штуку. Ну вот отец тебе тоже помогает. А сейчас он мне помогает. Да. Так, ну что? Или вы сейчас закончите, потом кушать-то будете? Да, все у нас сегодня уже, все. Нет, я поняла, то вы напросили яйца пожарить. А они все, уже остынут. Да, давайте идем. Ешьте, а то эти кокошки. Яйца остынут. Давайте ешьте, приятного аппетита. Спасибо. Закончили на сегодня работу. Ты не хочешь кушать? Хочу. Беги, ты уже накушался. Мне сегодня ничего не дают детки я делать. Могу. У Евочки лезут зубки. Целый день на руках. Мама ничего не делала толком, а устала. Мача. Все. Так что. Мать. Муж сегодня съездил за допингом. Но это на завтра. Завтра у Саши день рождения. Он у нас именинник. Да, папа наш именинник будет. Именинник. Сегодня Евочка. Девочки 7 месяцев. А я буду чачка. Так что, девочки, мы на этом с вами попрощаемся. Всем вам огромное спасибо. И до скорых встреч. Будь здорова. Будь здорова. Пока-пока. Передвинь, Саша, сюда. Там Даня, может, придет. Надо Дане позвонить. У нас баня натоплена. Надо покушать, надо помыться и отдыхать, ложиться, да? Да, я отдыхаю, я помылся. И там попечок. Почистила зубы, еще. Ты просто молодец, ты все сделал, все дела. Пока-пока, девочки.